Наряжаемся и отправляемся на день рождения молодежки Ависмы. А на день рождения что? Правильно, принято дарить подарки. И самых активных по итогам года сегодня наградят благодарственными письмами, ну и прочими сюрпризами. Кого именно, сейчас узнаем. По дресс-коду «Индиго» как символ надежности, вдохновения, мудрости и справедливости. Справедливо, что в день рождения для именинников самые теплые слова поздравлений. Хочу напомнить, что совсем недавно наше предприятие «Ависма» вошло в топ-5 предприятий Пермского края по работе с молодежью. И это все абсолютно не просто так, потому что вы крутые, вы молодцы, вы делаете наше предприятие, вы делаете корпорацию гораздо лучше, веселее, интереснее. А вот самые главные герои праздника – цеховые молодежные лидеры и их помощники. Те, кто не только участвует, но и привлекает к мероприятиям своих коллег. А сложно ли это – быть лидером и вести за собой команду? Ну, думаю, что в нашем цехе это не очень сложно. Потому что коллектив довольно-таки молодой, довольно-таки азартный и может и в спортивных поучаствовать в конкурсах, и также и в интеллектуальных, и ну, во многих других. А также коллектив очень сплоченный. Подбираю мероприятия, которые мне интересны, и тогда коллектив сам идет и участвует. То есть ты уже каждого знаешь, кто на что способен? Да. Для творческих металлургов соответствующий подарок – выступление кавер-группы «Рисонг». Под любимые хиты молодежка «Ависмы» зарядилась вдохновением на новые рабочие будни и бесчисленное множество будущих полезных проектов. «Ависма! Ависма!» Александра Сахокия, Дмитрий Ким. Новости в СМПО «Ависма».